Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы свяжем кардиганчик, который я разбирала в экспресс-мастер-классе. Вот, были просьбы его связать. Не такой уж он популярный, но мне нужен дежурный кардиган, который будет вот скоро весна такой. Набросить на плечи и выбежать на улицу. Вот. Поэтому я его вяжу. И я думаю, что он вам тоже пригодится, потому что модель интересная. Там как бы в разборе был темный цвет, и мне кажется, из-за этого он какой-то такой непримечательный. Ну, в общем, я вяжу в оригинальной, в оригинальной, наверное, версии. Вот, то есть на себя, поэтому все расчеты будут на меня, следите за тем, какие расчеты я веду, и считайте на свой размер. Значит, спицы я взяла 5 миллиметров, девчонки, вязать буду из блин ниток, БУ пряжи в два сложения, одна у меня вот такая с краплениями, вторая, это у меня 400 метров в 100 граммах, а это у меня где-то 250 приблизительно, 250-280, я бы так сказала, и вот два сложения я вяжу. Почему вяжу из них, девчонки? Где-то в ближайшее время планирую вязать только из БУ пряжи, потому что у меня, выложу в Инстаграм, вот специально после этого видео, когда оно выйдет, подпишитесь и посмотрите в сторис, сколько у меня коробок будет, вернее, есть с пряжей. Те вещи, которые я вязала для видео. Вот, очень много вязала, распускала, потом остатки пораспускала. Ну, в общем, потом те вещи, которые я собиралась носить, но не носила, так и не носила, распустила. Ну, в общем, множество. Я сейчас буду использовать их. Не хочу ничего покупать, буду просто использовать ту пряжу, которая у меня есть. Поэтому так. Значит, привязки на пряжу на какой? На спицы привязки на пряжу никакой, и на спицы тоже никакой привязки. Где-то, я так предполагаю, если в два сложения, то это около 160-180 метров в 100 граммах. Вот так вот по ощущениям у меня. Ну, может, 150. Ну, это я так чувствую. Итак, девчонки, первое, что мы делаем? Вот рисуем человечка с ручками. Это типа я. Что я измерила? Ну, это, конечно, не я. Так, вот. Я измерила вот эту вот длину через плечо от кисти до кисти. У меня это 146 сантиметров. Притом, девчонки, это не вот так вот. Это я маленько вот так вот мерила. Вот, чтобы припуск был. Далее, что нам нужно измерить сейчас окружность бедер. У меня это 100 сантиметров, никак не похудею. Вот пытаюсь, и никак. Вот, наверное, возраст, девчонки. Раньше у меня было раз и похудела. Раз и набрала, ну раз и похудела. Сейчас нифига. Раз и набираю, а не худею. В общем, 100 сантиметров. Итак. Вот у нас рисовать мы будем вот таким вот образом наш выкройку. Вот это будет длинная линия плеча. Мы будем вязать отсюда туда. Итак, что нам сейчас нужно? Нам сейчас нужно, вот у нас 146 сантиметров. Мы их определяем сюда. То есть эту цифру 146 делим, 146 делим на 2, на 2 части, минус 7. Ой, минус 14 здесь у нас 7. 73 сантиметра, то есть отмечаем, здесь у нас должно быть 73 сантиметра до середины, и здесь 73 сантиметра. То есть вот это от одного рукава ко второму будем вязать, при этом все у нас будет одной деталью. Далее, теперь окружность бедер, у меня 100 сантиметров, вот. Полуокружность это 50 сантиметров, то есть вы считаете полуокружность бедер, у вас одна полуокружность будет здесь, вторая полуокружность будет здесь, то есть спинка и перед по 50 сантиметров, но я хочу, чтобы он был достаточно свободный, он у меня такой будет оверсайз, вот поэтому я хочу добавить 20 сантиметров, то есть он у меня будет достаточно широким и свободным.
Значит, это у нас равно 70 сантиметров. Вот это 20 сантиметров, смотрите сами. Если хотите его более в облипочку, то вы добавьте 10 на свободу облегания. Это я хочу, это мое желание сделать как бы оверсайз модель. Поэтому я добавляю 20. Вот. Потом, эти, как бы, это ширина моего изделия. Эту ширину мы тоже делим пополам. И это у нас 35 сантиметров. То есть от центральной точки мы сюда отмеряем 35 сантиметров. И сюда отмеряем 35 сантиметров. Вот они. Вот. Это линия нашего плеча. По всей вероятности оно будет спущено. Да не по всей, 100% будет спущено. Но 73 минус 35 это будет 38 сантиметров. Вот здесь. Вот эта часть до этой точки спущенного плеча будет 38 сантиметров. То есть от 73 общей длины мы отнимаем 35. Вот. И вот она у нас 38. Здесь у нас 35. Вот эта цифра. А здесь у нас тоже 38. И теперь мы набираем петли. Петли набираем. Вычисляем по вашей плотности вязания. Вычисляем по свитеру, который вам нравится. Вычисляем по кофте, по руке, по образцу, любым удобным для вас способом. Итак, на спице 4 мм я набрала 50 петель. И это у меня в сантиметрах 21, короче, сантиметр. И в высоту это 10 сантиметров. Высоту вяжем 10-12 сантиметров, в зависимости от того, какую резинку вы хотите. То есть она же будет у нас шалька из такой же резинки и внизу резинка. Поэтому определитесь на этом этапе, чтобы было как-то симметрично все красиво, чтобы резинка у нас была везде одинаковая. Итак, значит, из 38 сантиметров я 10 провязала резинкой. Вот здесь у нас будет ровная вот эта деталь вместе, как бы вот эта половина нашей ширины. А сам рукав из 38 у меня уже 10 сантиметров, значит, весь рукав у меня будет составлять 28 сантиметров, ну, без резинки. И далее я перехожу на платочную вязку. Слишком широкий рукав я не хочу, поэтому прибавлять буду в каждом восьмом ряду, в восьмом ряду, по одной петле. То есть через 7 рядов. И вяжу пока. Это такой классический, как бы, вариант прибавок для умеренного расширения. Вернее, классический он есть в каждом шестом, но так как у меня будет платочная вязка, добавлять буду после кромочной вот так вот воздушную петлю и перед кромочной в конце. Но так как платочная вязка, она, как мы знаем, как бы сжимается и по итогу выглядит короче, поэтому для платочной вязки я использую в каждом восьмом ряду для умеренного добавления. Но я думаю, вы тоже не захотите здесь широкий рукав, поэтому рекомендую вам именно в таком интервале делать прибавки, независимо от размера. Вот. Потом вы доберете как бы до длины общей уже потом, когда свяжете рукав. То есть подкорректируем в этих боковых, как бы, дополнительных петлях. Так, вот и в конце, перед кромочной, я делаю воздушную петлю. И теперь вяжу таким вот образом. Сейчас я провяжу 7 рядов, и потом в 8 буду добавлять снова петли. Провяжу, пока у меня общая длина не будет 38 сантиметров. Я мой рукав, вот мои 38 сантиметров. Вот. Получилось 39. Ну, я думаю, сантиметры это не такая важная цифра. Тем более, что я люблю длинные рукава. Вот. По итогу у меня получилось 72 петли. Вот здесь вот 72 петли. И в ширину мой рукав расширился на 47 сантиметров. Значит, здесь... Сколько я говорила, 21, по-моему, было, но это резинка, она, соответственно, была стянута, потом после, видите, после резинки оно
растянулась на 33 сантиметра и потом еще добавилась до, сейчас, все 47 сантиметра, 72 петли, 47 сантиметров. Это ориентировочно, это моя цифра, девчонки, следим за этим, не ориентируйтесь на мои цифры. Далее, что я хочу сказать, сейчас мы находимся в этой точке, да, 47 сантиметров, это здесь половина, и здесь половина, это 23 с половиной. Ну, в вязаном полотне вот эти полсантиметра, это понятное дело, что их мы можем выпустить из виду. Итак, что я хочу? Далее следующая мерка. Я хочу длину кардиганчика 70 сантиметров. Все-таки, чтобы он был кардиганчиком, да? 70 я хочу сантиметров. Из этого 10 сантиметров будет внизу резинка. То есть 60 сантиметров мне сейчас нужно добрать, чтобы было сюда 60 и сюда 60. То есть в общей сложности 120 сантиметров, 120 сантиметров, из которых 47 уже у меня есть. 120 минус 47. Ой, минус 47. О, какие цифры некрасивые получаются. 73 сантиметра мне нужно добавить и разделить на 2, это 36 сантиметров у меня должно быть здесь и здесь, по 36 сантиметров добавлено. Теперь уже на этом вязаном полотне, соответственно, не на резинке, а здесь вот мы считаем, сколько у нас в 10 сантиметрах петель. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Прекрасно. Значит, 36 умножить на 1,5. То есть это 1,5 петли в 1 сантиметре. Давайте вот здесь вот будет виднее. 36 умножить на 1,5. 54 петли. Вот 54 петли. 54 петли мы добавляем здесь. И 54 петли мы добавляем здесь. Вот. И по итогу у нас должно получиться 8 плюс 72. 180 петель. 90 петель у нас пойдет на спинку. 90 петель пойдет на перед. И это будет 120 сантиметров, 180 петель. Значит, вот здесь вот у нас 60 сантиметров, 90 петель. И здесь у нас 60 сантиметров, 90 петель. То есть, ну, понятное дело, что это у нас все в едином полотне. То есть, что я сейчас делаю? Я сейчас добавляю с обеих сторон по 54 петли самым простым способом, вот таким вот образом. 1, 2, 4, 5, 50, 51, 52, 53, 54. Вот, я добавила с одной стороны, теперь я вяжу целый ряд сюда, в эту сторону. Так, вот я провязала один ряд, и теперь с этой стороны я тоже добавляю 54 петли. 51 52 53 54. Все, вот, смотрим, с этой стороны и с этой стороны я добавила по 54 петли, и теперь вяжу ровное полотно. Сколько сейчас мы с вами решим? Значит, я не хочу сильно открытое горло, то есть вот здесь у нас должна быть горловина, да, вот таким вот образом сделана на задней детали, на спинке. Здесь у нас пойдет вот такой вот скос. Возможно, он закончится здесь, возможно, здесь, еще пока я вяжу и пока я подумаю. Значит, но что касается
спинки мы, нам нужно определить вот эту вот часть. Обычно это 15, от 15 до 20 сантиметров в зависимости от обвязки. У нас это будет 10 сантиметров, поэтому я возьму 20, то есть широкую достаточно горловину. То есть нам нужно, вот у нас от этой точки до этой мы считали 35 сантиметров, вот они, 35, то есть половина ширины изделия. То есть от этой точки в эту нам нужно провязать 25, минус 10, 10 здесь, а здесь у нас 25. То же самое будет потом и здесь, 25, а здесь 10. Вот сейчас я вяжу эти 25 сантиметров, ничего не изменяя. Что хотела еще сказать? Хотела сказать по поводу обработки. У меня пряжа стиранная, распущенная, поэтому, девчонки, кстати, выравнивала я ее в микроволновке. Так что там писали, что горит. Ничего не горит, не надо мне рассказывать, потому что горит, возможно, будет гореть, если поставить на полчаса. Я ставлю на минутку. Вот, даже иногда и меньше, совсем на чуть-чуть, и смотрю, и пряжа прекрасно выравнивается, и вяжу, вот вы сами свидетели, что ничего с ней не случилось. Вот, это я про видео, которое у меня есть, про пряжу из распущенных вещей, там меня захейтили, но неважно. Вот. К чему я это все говорю? Говорю я это к тому, что вы, учитывая, если вы вяжете из новой пряжи, то учитывайте то, что после обработки она растянется либо сядет. То есть вот эту разницу учитывайте. Я же сейчас вяжу полностью соответствие своим сантиметрам, потому что она, моя пряжа не растянется, она уже растянута, поэтому она останется такая, какая есть. Вы же либо вяжете образец, стираете его, хотя на образце вот эту разницу, погрешность не очень хорошо видно. Вам, знаете, что я рекомендую и что я в таких случаях делаю? Вот я стираю одну деталь, допустим, рукав я связала. Я прям на спицах могу это все постирать. Вот на спицах я его постирала, разложила и получила готовую цифру, уже исходную цифру. И по этой цифре я уже меряю, измеряю как бы плотность вязания и все остальное, основываясь на этот уже постиранный рукав. Что и вам рекомендую. Очень удобно, потому что образец, если он маленький, то эту разницу не особо-то и высчитать. Хотя можно, но с таким, с большим сомнением, что она будет точная. Да? Все-таки на рукаве это будет цифра более точная, либо на какой-то другой детали. Да? Вот. Сейчас я вяжу эти свои 25 сантиметров и далее мы встретимся. Вот смотрите, провязала я, вот видите, по моему мнению, вот лучше уж эти мини-версии вязать, да все там видно, как деталь выглядит, правильно? Вот она полочка, вот она вторая деталь, вот он рукав. Ну что, виднее будет. Так, значит, итого, вот этой вот детали основной у меня провязано 25 сантиметров, как я и говорила. Теперь, что я буду делать? Теперь я буду разделять вот это вязание на две детали по 90 петель. То есть сейчас я буду вот эту вот часть, вот эту вот 90, я оставлю на спицах, а вязать буду в эту, вот эту вот часть, то есть спинку. И сокращать буду в каждом втором ряду, ну, в принципе-то и понятно, да? Значит, сейчас я вяжу 90 петель спинки. Так. 90. Так, последнюю я провязываю изнаночную. Теперь вот эти вот 90 я оставляю здесь. Я сейчас, конечно, переодену их на отдельные спицы, а этими буду вязать. Итак, значит, здесь я буду делать сокращение. После кромочной провязывать 2 петли вместе лицевой. Через ряд, девчонки. Ну, как и обычно, в принципе-то.
Да, мы так делаем всегда. Кто смотрел ранее мои уроки, да и в основном также. Убавлять я буду 10 петель всего. Это зависит от глубины как бы заднего выреза, так как у нас обвязка будет 10 сантиметров, поэтому этот вырез по спинке у нас будет такой достаточно глубокий. Если вы не хотите как бы неправильно сказала. Если вы хотите, чтобы вот воротничок у вас, вот эта обвязка заворачивалась в такую шарку, то есть отгибалась, то тогда не делайте такой глубокий вырез и широкий. Сделайте его уже где-то на 15 сантиметров и не такой глубокий. У меня он будет глубиной где-то 6 сантиметров. Вы сделаете 2 сантиметра и до максимально 2 и достаточно. Это в том случае, если вы хотите отгибающийся как бы воротничок. Все, вяжем мы эту деталь. 10 петель я буду сокращать. Показываю вам. Вот если вот моя спинка, я уже переодела на другие спицы. Сейчас все рассказываю. Сократила я 10 петель. Это у меня получилось 20 рядов. Потом еще 20 рядов я провязала ровно. И 20 рядов я эти 10 петель как бы добавила, ну, в каждом втором ряду по воздушной петле. И всего у меня получилось 20. И всего у меня получилось 20 сантиметров. Теперь я вот эту вот, вот она эта часть, как бы. Вот я сейчас нахожусь в этой точке по спинке. По переду я нахожусь здесь. Это что теперь делаем? Значит, всего у меня здесь 30 рядов. 10, 20, 30. Вернее, 60 рядов. Всего у меня здесь 60 рядов. 60 рядов. Если разделить пополам, вот считать полочку. Полочку я здесь немного неправильно нарисовала. Она заканчивается вот здесь вот на половине. Потом уже из как бы обвязки будет запах. Значит, здесь у меня, то есть вы посчитайте, сколько у вас вот это все рядов дело. У меня 60, значит, полочка у меня здесь 30 рядов будет. Это отсюда, из этой точки сюда. При этом, что мне нужно равномерно сократить эти петли. У меня здесь 90 петель, и за 30 рядов мне нужно их сократить. Что это значит? Это значит, что мы 90 петель делим на 15 рядов, потому что сокращать мы будем в каждом втором ряду. Мы не можем сокращать в каждом ряду петли. Значит, берем вот эту цифру, сколько у нас здесь петель, 90, делим на 1/2 вот этих вот количества рядов. 1/2, 30 рядов, 1/2 это 15 рядов, делим на 15, то есть за 15 раз мы сократим это все дело, и это у нас 6 получает. То есть мы будем здесь сокращать по 6 петель 15 раз и сойдем на нет эту полочку. Понятно, я думаю, как я считала. Вы привязываю ниточку и начинаю вязать. Вот, сокращать я начинаю прямо сейчас, прям с первого ряда. Значит, здесь у меня 6 петель. Я сокращаю, то есть закрываю, по-простому говоря. Здесь у меня, конечно, ниточка, потом я ее как бы продену. Не буду сейчас привязывать, я ее потом обработаю. Раз, два, три, четыре, 5 и 6. Вяжем 2 ряда теперь туда и обратно, и снова начинаем ряд. Но эти сокращения мы делаем со стороны спинки, да, понятное дело, что сверху вниз мы передвигаемся в любом случае. Вот я провязала до конца ряда и вернулась, и теперь снова со стороны горловины я закрываю в начале ряда 6 петель. То есть это получается в каждом втором ряду, да, как я и говорила, почему мы берем 1/2. 3, 4, 5,
6. И так пока у нас не закроются все петли. То есть мы сводим на нет. И полочка наша будет вот так вот продвигаться. Так, вот смотрите. Вот мои все закрытия. Все 15 штучек. Здесь видно все ступенечки. И вот так вот по 6 петелек я переместилась вниз. Смотрите, моя последняя петля, которую я вот так вот закрепила. То есть вот мои последние 6 петель. Далее ничего. То есть таким образом, начиная отсюда, я переместилась сюда, вот сюда. Теперь нам нужно восстановить вторую, как бы, полочку. Здесь мы начинаем отсюда. Начинаем с набора 6 петель. И в каждом втором ряду мы будем добавлять по 6. Опять же, всего 15 раз, пока не восстановим наши 90 петель. Так, я набираю 6 петель. 4, 5, 6. Вяжу их лицевыми петлями. Первый ряд, во втором ряду будем добавлять, и так в каждом четном ряду мы будем добавлять по 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Этот ряд просто провязываем таким образом и продолжаем всего 15 раз вот таких вот секторов. Все то же самое, только там мы сокращали, здесь мы просто добавляем по 6 петель. И потом соединим две наши детали. И все, по сути, самое сложное мы с вами прошли. Там уже все мелочи осталось. Мелочи жизни. Ну и все. Я продолжаю, добавляя петли. Связала я вот этот вот клинышек, видите, 15 раз добавила, и на спицах у меня 90 петель. И теперь я просто присоединяю это все дело к моей спинке, вот в этой же точке. Вот она. И вяжу снова цельное полотно, ровно столько, сейчас все вам покажу. То есть сейчас я в этом месте присоединила. Широкая полоса у нас осталась внизу, вот таким вот образом. Вот вяжем мы сейчас уже, вот сейчас я вот связала вот этот вот угол, да, присоединила здесь, и сейчас мы вяжем полностью вот эту вот часть, сколько, вот ровно столько, сколько мы вязали здесь, вот целиком эту деталь, 25 сантиметров. Вот, вот они, кстати, и нарисованы. Это все мы уже прорисовали. Вот сейчас эти 25 сантиметров я вяжу это цельное полотно. А, девчонки, чем дальше вяжу этот кардиган, тем больше убеждаюсь, что вот на мини-версиях показывать удобнее. Вот я провязала, вот моя горловина, вот моя полочка, 1/2, да? И вот я сейчас нахожусь сейчас перед рукавом. Сейчас для рукава. То есть я полностью, вот смотрите, полочки у меня идентичны. Вот они, одинаковые. То есть я полностью продублировала вот эту вот часть. Вот половина у меня равна половине. Теперь здесь мне нужно, вот так, у меня зеленый фломастер черный ушел куда-то в небытие. 54 я закрываю, 54 я закрываю, и остается у меня 72 петли по центру для рукава, который я вяжу точно так же, как вязала. В каждом восьмом ряду я буду по одной с обеих сторон закрывать здесь. То есть я полностью повторяю рукав, только петли не добавляю, а закрываю. И вяжу до резинки. Вы можете посчитать по рукаву, если не делали записи. Все
все полностью повторяем. Сейчас я с этой стороны закрываю 54 петли. Так, 54 петли я закрыла. Теперь вяжу, вот они, это боковушка. Теперь вяжу до конца ряда и в следующем ряду в начале закрою тоже 54 петли. Итак, я довязала до конца ряда и снова в следующем, как бы с начала ряда, закрыла 54 петли. Вот осталось мои 72 петли на рукав. Вот если так сложить, вот мои здесь, вот таким вот образом. И передняя деталь. Так, теперь я повторяю полностью рукав. Вот, довязывая его, и потом нам останется только обвязка со всех сторон и завершающий этап. Все. Самое трудное мы уже закончили, девчонки. Это была горловина. Далее все проще. Смотрим. Довязала я второй рукав. Вот теперь у меня вот так вот выглядит эта конструкция. Значит, один рукав. Вот если сложить, конечно, соглашусь, конечно, с вами, что неудобно вот на большой детали. Так, надеюсь, что вы хоть понимаете, о чем я говорю. Сейчас я этот конструктор сложу. Вот. Вот таким вот образом сейчас все выглядит. Немного оно растянуто туда, потому что платочная вязка. Мы знаем, что она у нас имеет тенденцию вытягиваться. То есть она примет свою, как бы, свою форму нужную. Вот, то есть подтянется еще немножко вниз. Вот сейчас она немного деформирована. Вот рукав. Один, второй. Теперь я сшиваю вот эти вот боковушки, одну и вторую, и нам останется связать только резинки. Вот если 4 слоя сложить это все дело, вот таким вот образом выглядит наш кардиганчик. Еще не показала вам, как я закрывала петли, но я покажу уже на резинке. Я одним и тем же способом закрою петли. Так, вот. Вырез и сшиваю. А сшивать я буду, кстати, нить оставила одну для сшивания. Я вяжу два сложения, да, вы помните, то сшивать буду одной нитью, дабы не уплотнять это все вязание, чтобы избежать лишних уплотнений. Сшиваю за кромочные. Так вот по рукаву и по боку, обе стороны. Итак, девчонки, я сшила эти боковушки. Единственное, что хочу сказать, там, где у нас закрытые петли, я хватала, вот смотрите, так получилось, не за обе, а за одну, потому что если бы я, это не кромочная петля закрытая, я просто брала за одну, как бы, стеночку, видите, вот эти свободные остались. Вот так вот это выглядит в лицевой стороне. Так, и вот вторая сторона. Ну, здесь у меня кромочные, вернее, набранные петли. Вот таким вот образом. Значит, сшила я боковушки, больше игла нам не понадобится. Теперь по нижнему краю я набираю петли для резинки. Вот он, нижний край, да. От левой полочки мы начинаем. Здесь вот эта нить, ее мы потом заделаем, а вообще-то, наверное, я за нее привяжу рабочую нить, а потом мы их замаскируем, потом уже. Сейчас пусть ее висит. Так,
Здесь мы набираем петли из каждой кромочной по одной. Здесь не паримся, все у нас внизу очень просто. Так, только я не знаю, за две, наверное, буду набирать. Вот, и вот так вот я набираю до самого конца. На воротник там, конечно, надо будет поиграться. Все мы с вами подробно наберем вместе, все петельки. А вот по низу уже даже их считать не нужно, просто из каждой кромочной вы наберете по одной петле. И вязать так, как на рукаве. Вот столько вы у меня 22 ряда. Вот. Я и буду вязать 22 ряда, чтобы резинка у меня во всех местах была одинакова. И вот у меня получилось 204 петли вот по низу набрано. Вот, теперь я вяжу резинкой 1 на 1 22 ряда. И потом все петли закрою. Так, девчонки, я обещала показать вам, как я закрываю петли. Ой. Закрываю, значит, видите, уже тут закрыла, тут распустила. Ладно, давайте. Так, все, останавливаюсь. Значит, закрываю я эластичным способом в одно сложение, то есть одну нить я убрала, здесь я вязала два сложения, здесь в одно сложение, чтобы было красиво. То есть петлю провязываю, возвращаю обе петли на левую спицу и провязываю вместе по узору. Если здесь лицевая, то лицевой. Здесь у нас изнаночная, я провязываю петлю, нить перед вязанием, возвращаю на спицу и провязываю изнаночной. То есть два раза двойное провязывание у меня получается. За счет этого получается аккуратный и красивый край. Вот, смотрите. А еще вот он. Еще благодаря тому, что в одно сложение вообще он получается нежный, аккуратный, без никаких утолщений, как обычно у нас при закрытии. Так, значит, вот таким вот образом. Единственное, что я неправильно сделала, это закрываю, у меня получилось, что 22 ряда и закрытие на изнаночной стороне, что очень неудобно. Вернее, неудобно в чем? Если вы будете закрывать по лицевой стороне, то вы сразу же этой нитью будете набирать как бы петли на планку. Вот, что в моем случае не получится, потому что здесь на изнаночной стороне. Вот, поэтому мне придется оборвать, а вы можете избежать лишнего одного узла. Теперь я перехожу на правую полочку, набирать петли я буду начинать с правой полочки. Итак, в два сложения. Здесь у меня есть ниточка, за которую я привяжу, а потом заправлю эти концы. Значит, начинаем мы набирать петли с резинки. По резинке мы набираем петли таким вот образом. Из одной кромочной будет одна петля, а из одной две. Начинаю я из двух. Раз. И за одну петелечку. Да. Потому что здесь у нас будет кромочная, чтобы все было красиво. Здесь со следующей кромочной одну, следующая кромочная две петли, за две дольки и за одну. И так вот чередуем по всей длине резинки.
Так, есть. Вот петли я по резинке набрала. Далее у нас здесь по 6 петель. Так мы и набираем из каждой петли по одной петле. Стянутую планку нам не нужно, поэтому набираем все в каждой из каждой петельки. Оно в любом случае немного стянется, потому что здесь у нас платочная вязка, а здесь будет резинка, поэтому по полочкам у нас все. Так, вот я дохожу, видите, до спинки. Так, теперь по спинке, девчонки, смотрим, здесь у меня кромочные, здесь я набираю из каждой кромочной по одной петле, не добавляем, как внизу на резинке, то есть одна кромочная, одна петля. Так, переходим на вторую полочку, здесь из каждой петли по одной петле, то есть точно так же, как у нас было на первой полочке. Вот, и здесь через одну, из одной кромочной одна петля, из следующей две петли. И далее вяжу просто резинкой нужную мне высоту. Так, девчонки, у меня получилось такой вот интересный момент. У меня закончилась пряжа, поэтому у меня планка, пришлось связать ее меньше, чем я предполагала. Вот я ее связала, она у меня 7 сантиметров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 17 рядов, да, обычно у меня там 22 было везде, а здесь вот 17, поэтому она у меня вот такая меньше получилась. Ну, я ее довязала до того момента, пока не закончили с ниточки, и закрыла все петли, все. Потом я это все постирала, разложила, да, постирала, разложила, ну, у меня акрил пряжа, поэтому у меня так вот прошел вариант. Вот. Все, девчонки, сейчас покажу вам на манекене. По сути, все. Больше сказать нечего. Так, девчули, ну и вот мой результат. Планка, которая уже... Ну, что поделать, так у меня с пряжей получилось. Ну, ничего. Я довольна даже этой планочкой. Ничего, как бы, большой роли она не сыграла, потому что у меня, как бы...
оверсайз модель, и поэтому вот так вот. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.